всех любителей футбола. В Красноярске МЛБет, первая лига. Матч 17-го тура, который подводит черту вот первым кругом, соответственно, половина дистанции сегодня будет позади. Ну и у нас встреча Енисея и Кубани. Юрий Абдоков. Первая атака Кубани перспективная намечается. Ткачук, отскок какой опасный, и это гол. Но засчитан ли он будет? Да, бежит лайнсмен к центру поля. Спорят красноярцы. Активный все-таки отменен. Отменен. Этот гол мы видим. Момент у Ломакина. Справа бьет Александр. Вот это спасение от Юрия Нестеренко. Наконец-то и для него все-таки работа. Здорово. Еще одна атака Енисея. Умаев штрафной. С разворота бьет. Гол! 1-0. Идрис Умаев отмечается дебютным голом за Енисей. Сработала замена Артема Горлова. Тродин коснулся, по-моему, мяча. Тем не менее, атака продолжается. Умаев борется наверху. Ломакин. Иванов бьет. Своего же нокаутировал. Со второй попытки забивает Егор Иванов. Второй мяч. Это нокаут для Кубани, я думаю. С такого уже не уйти. Нокаут, да, нокаут он мог завершиться. Кого заметить, мы узнаем. Вот момент. Спасение Антипина. И все же на добивании гол случился. 2-1. Кубань в игре. Нурий Абдоков подкараулил свой шанс. Четвертый гол в этом сезоне для десятки Кубани. И вот он, финальный свисток. Завершен матч 17-го тура между Енисеем и Кубанью. 2-1.